Накануне 1 сентября депутаты партии «Единая Россия» совместно с родителями учащихся проводят осмотры школ на предмет готовности к новому учебному году. Во втором корпусе Видновской школы номер 2 побывала муниципальный депутат Мария Гаевская. Директор учебного заведения Кирилл Роганов рассказал о работе медицинского кабинета. Также делегация посетила кабинеты химии и технологии. С родителями пообщались, конечно. Они довольны остались состоянием школы. Вот, все чисто, аккуратно, красиво. Это самое главное, наверное, да, встречает по одежке. Вот, поэтому в целом школа в хорошем состоянии и к 1 сентября готова. А Видновский художественно-технический лицей посетил депутат Совета депутатов Ленинского округа Павел Русаков. Начался осмотр с пришкольной территории. Затем собравшиеся проследовали внутрь здания. Кроме учебных помещений, делегация проверила столовую и спортивный зал. Один из главных видов спорта, получивших развитие в лицее – гиревой. Наш учитель физкультуры Виктор Анатольевич Ус, который развивает этот спорт в рамках не только нашей школы, но и привлекает всех жителей округа, показывая интересные стороны данного направления. По итогам проверки депутаты и родители отметили хорошее материальное оснащение учебных заведений и высокую готовность школ Ленинского городского округа к началу нового учебного года. По их словам, учиться в таких условиях – одно удовольствие. В школе в целом тоже все готово к приему детей. Столовая в порядке. Самое главное – это же питание у нас. Спортзал. Причем во многих школах такого спортзала-то нет, да, как здесь. Причем вот этот гиревой спорт – это же уникальная вещь. На самом деле она очень сложно технически выполнима. Родительская приемка – ежегодная акция, которую проводит «Единая Россия» в рамках реализации партийного проекта «Новая школа». Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.